готовы? Да. Поход. Да. О, привет, привет, привет. Ребята, всем привет. Мы сегодня с веселой компанией отправляемся на танцы, пляски, грузинские танцы будут, поэтому я как грузинка буду сегодня звенеть. Вопрос задаю. Уже Николай и Наташа живут здесь сколько? Уже получается второй месяц. Да. Здесь как озеро, но там мы проезжали только что в ГЭС. Водичка такая, да? Сегодня солнечная, прям зелененькая. Вот сейчас мы как раз подъезжаем к тому месту, к слиянию двух рек. В прошлый раз мы ездили с Наташей, с Николаем, ну там сколько, 6 человек, да, мы тогда ездили? Тогда прямо очень явно отличались. Сейчас, наверное, тоже будет, нет? А, тогда мы прям ехали здесь, разделение, да, Наташ, был? Да, потому цвета, что оно не цвета. Всегда так бывает, что разного цвета. Сейчас посмотрим, как. Видите, они сливаются в две реки. И также очень интересно, что эти две реки разливаются по плотности, по течению разной консистенции, и вместе плывут уже под названием одной река Чорох в гору, вливается в Черное море и образует бассейн Черного моря. Также, дорогие гости, что интересно, наша сегодняшняя экскурсия Мачехэйское ущелье пролегает вон в те горы, граница горная Аджарии с Турцией. И в тех горах у нас будет праздник, там нас ждет семья, там нас ждет веселье, так что фотографируемся около слияния, наслаждаемся, пьем кофе, дегустируем вино, у кого что на душе, у кого какое желание, и пора поедем дальше. О, малахмадзе, какая энергия. Все туда же, в одно же, да? Да, да, Тимзару малахмадзе. Видели, говорят, чаще надо снимать, вот обещаем, что будем, да, чаще снимать. Я подписчики наши. Гита, англо-русская язычность в Батуми. Я, конечно, да, с вами пересекался. Пересекались, конечно, конечно. Да, мы тут все гиды и гиды-водители. Ну что ж, удачи, всем хорошего дня. Встретимся в Мачехэйском ущелье в горах. Заплатим. Грузинский нос. Профиль. Вот вам и грузинская свадьба. Да, да. За три лари. Свадьба за три лари. Чему гогот сидана, чему пренило. Даму дэнчер варшене ешит дам твари. Надо придигать, но это ми твари. Чему беди, чему беди. Давно придигал вам тебе битвари, чем их веди, чем их веди садари. Давно придигал чаги тут от чаги гра. Народи ехал до Гавизиало, сама 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 пистен сама ми. Роме чинзи, роме чинзи двияло. Чё, если гоняете через речку? Да. Я очень рада. Да ну что? Такой же резок из всех. Классно вообще. По мостику? Там опасно очень, дочь. Да, я сейчас поснимаю. 20 лари стоит один прокатиться на одного человека туда и обратно. Зип-лайн. В
Николай, вы поедете? Я уже ездил один раз. Да? Я тебе видел. Никит, ты хоть раз катался на такой? Да, если что, кричи. Да? Давай, поехал. Да. Йо-хо! Классно. Катюня. Отталкивайся. Красота. Ну что? Эмоции? Да. Свою дозу экстрима получили. Махачка, ну давай запой уже. Давай. Грузинскую. Барабаны есть. Дам им швенем хая.
наконец-то добрались. Сейчас будут песни, пляски. И, конечно же, грузинская вкуснейшая еда. Идем, идем, доченька. Вот в таких избушках на курьих ножках здесь сушат орехи, кукурузу. И чтобы мыши не забрались, вот так делают. Там здесь вот какой-то камень. Смотрите, тут, наверное, пшеницу толкли в камни. Пойдем, дочка. Там все уже? Как сегодня жарко вообще. Ой, как красиво тут. Сейчас. Какая красота, посмотрите. Горы снегу виднеются. Да, 100%. Перед, вот здесь 100%. Надо оставаться жить, вот в таком месте. Я даже никогда так природу удовольствия не получал, как я вот в Грузию. Какая красота, какая здесь красиво. Разве не стоит? Даже комната. Вообще шикарно. Сегодня жара вообще лютая. Да. И, конечно, вот это синее небо в сочетании с зелеными, вот просто листва зеленая. С нами наши друзья, к ним приехали гости из Израиля. Че, пойдемте за стол? Смотри, чтобы не съела твой телефон. Нет, первый раз. Здравствуйте. Здравствуйте! Это наш главный семьи, Малакмадзе тоже. У них есть хореографический ансамбль Малакмадзе. И будет нас веселить семья. Все, отлично. Милашка, милашка, милашка. Это главное. О, все уже готово. Супер вообще. Давай показывай свои татуировки. Видите, чувства. Мне выше всего. Никит, вставай, что у тебя там еще? Ноги забирай. Так, думай позитивно. Плохого не существует. Между нет и да. Выбор только да. И ногу покажу. Счастье. Скуби-ду. Скуби-ду. У меня тут много мультиков. У меня вот американский папаша, Симпсоны. Скуби-ду есть, Милана спрашивает? Да. Круто, Милана. Вахочка, расскажи про еду, кто не знает еще. Представитель Аджари начнет все рассказывать. Это именно национальное аджарское блюдо. Есть национальное аджарское блюдо, называется синори. Синори? Да, синори. Синори вот это, ребята. Да. Готовится из творога, чуть чеснок есть и тесто. Тесто? Да, тесто. Ачма. Ачма, ачма. Ребят, где ачма? А, вон ачма лежит. Это тоже тесто с сыром. Вон ачма, он. Вон. А, вот ачма. Это лобио. Это лобио, фасоль. Грузинская, тоже аджарская. Вот, да. Рыба? Не, вот. Нет. А, вот это? Тоже есть аджарское национальное блюдо. Называется чирбули. Чикбули? Чирбули. Чирбули. Если девочки вдруг стали звездами прекрасными, от горами засверкали вечерами ясными, и тогда они собрались с дружками несмешными, на свидание набирали корабль на концу. Лавери, 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 от вас на уровне вашей веки насмешки. Хочу вас записать. Ну вот вы приехали, хотели на 4 месяца, да? На 3 месяца. На 3 месяца приехали у нас наши
гости мы их встретили. Наташа и Николай из Германии приехали. И что думаете дальше делать? Остаемся на целый год, а там посмотрим. То есть вам вот это все зашло, да? Я уверен, что не на год, а вы еще все-таки решитесь. Точно. Пока на год, да. Еще детей сейчас вот пригласили. Дети приедут, да. Я вижу по глазам, что вам да, особенно Женя вообще. Уже освоили. Как дома, да, Николай? Душевно, как да? Дома. Не скучает, короче. Были 15 лет в Таиланде каждую зиму, а теперь... Таиланд поменяли на Грузию. На Грузию. Дети приедут еще, тоже тут отдохнут, да, посмотрят. У Никиты тоже мама скоро приедет. Катюшкина мама приедет. Приедет обязательно. Грузину какому-нибудь. Надо Вахтангу задачу дать. Самых лучших топ-3. Один из Кутаиси, из Тбилиси, из Батуми. Гладиаторские бои. Надо Сухумского, как Маху. Да. Маме жениха. Наша культура, нашего грузинского стола и наша фольклора.
мы только с этим живем, и вот так народ нас вершли. Но я хочу, раз меня хочешь у меня что-то даст, поднять тост лица грузинскую традицию, за все, за вашу традицию, за украинскую традицию, за еврейскую традицию, за японскую традицию. Чех, у вас тоже хорошая традиция. А, у вас классная традиция. Друзья, у евреев тоже хорошая традиция. Но я знаю у всех почти одну. За столом у всех есть по-вашему. Например, у вас, в Украине. Тартой, Будву. 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 А у вас как, друзья? Летай! Где мое золото? Валикут. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем для меня будет петь моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел и форель золотая. А иначе зачем? Ну что, ребята, спасибо этому дому. Да, классно было, мы очень довольны. Спасибо!